Сохранять традиции, развивать уникальный потенциал, добиваться новых высот в науке и образовании. Самарский университет имени академика Королева отмечает свое 80-летие. За эти годы вуз подготовил десятки тысяч высококвалифицированных специалистов, внес значимый вклад в развитие промышленного и экономического потенциала региона и страны. Дорогие почетные гости, мне сегодня очень приятно от имени губернатора Самарской области Дмитрия Ильича Азарова, от лица правительства региона, который я возглавляю, поздравить всех нас с замечательным юбилеем, с 80-летием ведущего вуза Самарской области. Мы по праву гордимся славной летописью нашего университета, именами преподавателей, ведущих ученых, которые многое сделали для развития отечественной науки в целом, внесли огромный вклад в развитие космического сектора экономики нашей страны. Благодарности губернатора в торжественной обстановке вручили преподавателям и ректору Самарского университета. У университетов есть добрая академическая традиция присваивать почетные звания выдающимся руководителям, выдающимся ученым, педагогам, тех, кто внесли существенный вклад в развитие университета, города, региона, страны. Мы проголосовали и решили присвоить звание почетный доктор Самарского университета имени Королева губернатору Самарской области Дмитрию Игоревичу Азарову. Самарский национально-исследовательский университет имени академика Королева является узнаваемым в стране и мире брендом качественного образования. В этом году он получил статус опорного вуза для госкорпорации «Роскосмос». Сегодня главный тренд – развитие междисциплинарных связей, реализация проектов на стыке разных наук. Самарский вуз является участником всероссийского масштабного проекта «Приоритет-2030», одним из ключевых партнеров научного образовательного центра «Инженерия будущего». Стремится стать цифровым предпринимательским университетом 3.0, который ведет междисциплинарные исследования и заявляет о себе на мировом уровне. Все это направлено на формирование технологий, компетенций будущего, подготовку специалистов, которые будут лидерами изменений. Поэтому я хочу сказать, что все эти годы, на протяжении всей истории Самарского университета, они всегда были нашими близкими партнерами. Ну и сегодня мы говорим о тех новых задачах, которые перед нами стоят. Благодаря высокому качеству обучения, внедрению передовых образовательных технологий, интеграции университета с ключевыми организациями и предприятиями региона, выпускники университета получают современные знания, востребованные на рынке труда. Разрабатываем технологические процессы для изготовления изделий различного назначения. Занимаемся и разрабатываем перспективные технологические процессы. Вот последний проект, который активно развивается, надеемся, найдет применение в авиационной, ракетно-космической отрасли. Это технологии локального или инкрементального формообразования. В Самарском университете сегодня насчитывается 279 образовательных программ. В 8 институтах и авиационном техникуме учатся более 25 тысяч человек. Они впитывают знания через исследования, а проводниками в мир науки и технологии выступают 220 докторов наук и профессоров, 740 кандидатов наук и доцентов. Всего же в университете преподают и ведут научные исследования 1197 человек. Светлана Кудрявцева, Константин Головин. События.